Друзья, доброе утро. Мы находимся сегодня 15.08.2022 на дюнах и смотрим сейчас на пляж Витязева. Это наш отдыхающий пляж «Жемчужина России», если что. Людей в 8.30 еще не так уж и много, но у нас сегодня уже жаришка дает. Обещают, что на солнце будет 40+. И сейчас мы смотрим вот на дюнах, в тени стою, у нас 32.8 показывает. То есть так вообще на самом деле уже. Мы смотрим парус «Селена» пляже, южный парус «Одиссея». И здесь еще у нас пламя за кустами. Вот оно. Следующий пошел у нас Афалина. Потом у нас Сибирский ресорт, Кубанская Нива. И дальше пляж Кавказ. Можете видеть, что есть надувательные такие приложения, на которых можно покататься. Людей не так уж и много. Но если посмотрим туда, в сторону Джамате, то там прям очень-очень много людей. Здесь вот на дюне развели костер, говорю, ну что вы делаете? Во-первых, пожаробезопасность, то, что сейчас нельзя распаливать. Во-вторых, то есть, ну вот, как понимаете, кусты все меньше становятся. Ну, а также квадроциклы продолжают кататься здесь по дюнам. Вчера один заехал сюда, это уйдите отсюда. Говорю, ага, уже бегу. Вот так вот перегораживаем проезд, пытаемся бороться, чтобы они не уничтожали дюну, но это не помогает. Они подкидывали с этой стороны палки и ездят теперь сюда. Короче, у нас все-таки полиция, администрация, ДПС не возьмутся за регулирование этого всего, то я думаю, что хана всей нашей анапской пересыпи вместе с особо охраняемыми территориями анапской дюны. Прям на 100%. Смотрите, тут целая трасса, ребят. То есть не один там, знаете, проехал, и там что ты там уже беснуешься. Прям реально целые трассы квадроциклов. Комментарии, люди возмущаются о том, что говорят, на дюнах не поотдыхать, это теперь действительно как опаснее, чем на трассе, потому что они летают где, какие уже ямы тут повыкатывали, то есть у них тут гонка, туда пролетели, сюда пролетели, как же с детьми отдыхать. Плюс ко всему, меня больше радует вот лошади, которые засирают наши пляжи, это вообще огонь, ну и огромное количество прям такого разного мусора. В общем, приезжайте, она по город-курорт вас очень ждет, вот у нас на пляжах что только нет, вот что только не валяется. Это прям беда, огорчение. Интересный вопрос у нас в соцсетях задали нашему мэру. Говорят, а как вы вообще пляжи сдаете? Ну, в плане того, что как вас их принимают, и вы их запускаете. Говорят, а где туалеты, ребят? Ну, вот здесь, смотрите, есть туалет, но он для Афалины. То есть вы просто будете проходить, вас не пустят. Вон там туалет, он чисто для, получается, Селены. Вас тоже туда не пустят. Причем они установлены на наших дюнах, то есть на общей территории, а вас туда не пустят даже за деньги. То есть все куда ходят? В туалет. Так, здесь температура воздуха 32. Смотрите, подхожу к морю. Я вчера показывал, помните, взвесь, которая была, она так и осталась. Вот у них все черные следы до берега, то есть их никто не убирал. Также вот много. В общем, если кто-то разбирается, сегодня будете на пляже, скажете, что это море, в принципе, чистое. Вон есть медузка, вода прям кристальнейшая. Те, кто там нападают где-то вот водоросли, мне говорили, что вот в ту сторону «Жемчужина России» очень много водорослей. Гуляйте сюда, в сторону Анапы, вы найдете вот такое чистейшее море. Помашите нам ручкой. Это моя подписчица, приехала к нам в Анапу. Привет из Анапы передает всем. И отдыхает. Вот, посмотрите. Вот эта фигня. Она такой химический запах имеет. Вчера просто ночью снимал. Вот что это за выброс? Почему у нас все СМИ молчат? То есть откуда это взялось? На наших берегах. Хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать здоровья и счастья, чтобы все у вас в Анапе получилось и было, как говорится, все, как вы задумали. От души вас с днем рождения. Спасибо, Юрий. Угу. Хочу передать привет Сургуту, всем моим друзьям, которые я знаю. Приезжайте в Анапу, здесь вообще супер. Да. И скажите, как вас зовут, а то это самое Наталья. Важное. Наталья из Сургута. От души. Друзья, если кто-то заснял где-то дельфинов, обязательно присылайте к нам. Мой номер телефона под каждым видео есть. Будем благодарны. Потому что делиться надо красотой об себе, не только вы, чтобы кайфовали. Ну, сейчас, честно, вот, конечно, черный вот этот берег мне не радует. Если вы где-то отдыхаете, где-то тоже есть большие выбросы, напишите об этом, чтобы, ну, как говорится, люди получали информацию. Но море, в принципе, чистое. И вот это вот здесь, только на берегу. В принципе, если бы наши экослужбы хотели, они прошли бы, все убрали. Но, как говорится, нам, как всегда, всем пофиг. Никто ничего прям не заметит. Я больше чем в этом уверен. В море сейчас не вижу. Вчера, когда были мы, да, возле берега, оно прям стояло. Походу его вот за ночь повыкидывало волнами. Это тоже меня очень сильно радует. Нахожусь, если что, на пляже Афалина. Это Пионерский проспект 267А. Там есть парковочка бесплатная. Я про этот пляж, секретный пляж, там в этом году рассказывал, что приезжайте. Температура воды с утра просто фантастическая. 28,3. Всем хорошего отдыха, друзья. И сегодня желаю вам, чтобы все получилось именно так, как вы этого хотите.
хотите, чтобы никакой негатив вам эмоции не испортил. Увидимся в следующем видео. Не прощаюсь, это YouTube. Ребят, подписывайтесь, поделитесь и напишите ваш комментарий. Буду вам благодарен от души.